Artificial intelligence and other digital technologies are promising to revolutionize our understanding of the ocean in the coming years. But the crucial element is data, and there is an entire ocean of it to collect and process. We are here in the Adriatic Sea with some of the many scientists gathering data that helps build the digital twin of the ocean. Здесь, неподалеку от замка Мирамаре, в итальянском Триесте, находится прибрежная обсерватория. Она обозначена желтыми буйками. Это часть сети долгосрочных экологических исследований. С 1986 года ученые ежемесячно берут здесь пробы воды и проводят различные измерения. Эти данные показывают, как прибрежная экосистема меняется на протяжении долгих лет. Faremo analisi di tipo sia chimico, quindi nutrienti, per esempio, salinità, clorofilla, ma anche parametri biologici, quindi raccoglieremo campioni di fitoplancton, di microzooplancton, e quindi poi andremo ad analizzarli nel pomeriggio nel laboratorio. Ученые публикуют собранные данные в онлайн-базах данных. Ими пользуются, например, рыболовы и другие морские профессионалы. Такие базы могут включать даже информацию от обычных граждан. Исследовательница Валентина Тирелли разработала бесплатное приложение под названием Avistap, позволяющее любому человеку со смартфоном сообщать об увиденных медузах, дельфинах, морских черепахах и других животных. Le osservazioni, una volta arrivate, vengono validate da noi ricercatori e l'unione dell'osservazione del cittadino e la validazione del ricercatore forma un dato. Questi dati sono liberi, sono dati aperti, adesso sono presenti nella banca Evonet Biology e utilizzabili da tutti. Сеть Emodnet собирает и распространяет все большее количество данных по всей Европе. Однако ручная обработка образцов, например, подсчет планктона под микроскопом, остается долгой и трудоемкой задачей. Искусственный интеллект может значительно ускорить этот процесс, и тогда базы данных будут наполняться куда быстрее. Из итальянской Адриатики к бельгийскому побережью Северного моря. На морской станции Ост-Энде исследователи из Морского института Фландрии уже используют цифровые камеры и искусственный интеллект, чтобы быстро идентифицировать планктон. Раньше на это уходил целый день, теперь всего 30 минут. We have AI models that are trained on our specific images that have learned to recognize all these species. And so in a matter of minutes we can actually analyze a sample, get a full species list, and it saves us a lot of time and money. А вместо того, чтобы брать пробы раз в месяц, данные теперь можно собирать круглосуточно. Мы на борту бельгийского исследовательского судна «Симон Стевен» вместе с учеными, которые разработали для этого автономные подводные платформы с различными датчиками. Клаас Денот возглавляет финансируемый ЕС проект DTO BioFlow, в котором разрабатываются общие стандарты для пересылки всех типов данных в массивные базы данных будущего, в том числе цифровых аудио- и видеозаписей с таких подводных платформ. What we really need is continuous data over time. We need to really take the pulse of the seas and know what is going on at each and every minute. По дистанционному сигналу небольшой буй открепляется от подводной платформы и поднимает на поверхность контейнер с ценными акустическими записями. Исследователи собирают эти записи в различных точках Бельгийского Северного моря. Одно из практических применений – мониторинг присутствия небольших морских млекопитающих, главных хищников местной экосистемы. Эти животные, похожие на дельфинов, морские свиньи, издают звуки, недоступные человеческому слуху. Но алгоритмы искусственного интеллекта могут обнаружить характерные звуки в аудиозаписях и составить карту перемещений животных в течение года. Эти данные могут помочь шумным отраслям, таким как офшорная ветроэнергетика, меньше беспокоит животных. Over winter time they are mostly present, and then over summer they are less present in Belgian waters, so that's quite interesting. It could also be interesting for the offshore industry to plan their activities. В ближайшем будущем такие непрерывные потоки данных сольются в новаторском проекте. Он называется «Цифровой двойник океана». Недавно в Брюсселе представили его инфраструктуру, разработанную в рамках проекта Edito Infra. The digital twin of the ocean is a digital replica of the ocean inside a computer.
It's a place where you gather all the information you can have on the ocean, and you make that available for the general public and for all the scientists and decision makers. Благодаря интеграции различных типов данных, эта виртуальная модель сможет стать мощным инструментом для решения сложных задач. Цифровой двойник разрабатывает некоммерческая организация Mercator Ocean International. Там работает Саймон Ван Генеп. Он показал, как эта модель поможет, например, бороться с пластиковым загрязнением. Since the 1990s, we know all the currents of the ocean at global scale and for every day as a treasure, because we can use it to virtually deploy particles where we think they enter the ocean from the coast. And then we can say, well, where this virtual plastic particle, where is it transported by the current the next day, and so forth. And then eventually we get an idea of how plastic gets transported in the ocean. And so that's what we can do thanks to model that we cannot obtain from observations we don't have. Еще одно приложение, представленное Келли Джонсон из немецкого исследовательского института Хирион, посвящено восстановлению подводных лугов морской травы. What we're looking at with Digital Twin of the Ocean is the ability to plug in the data to simulate this. If the seagrass beds and meadows were to be bigger, if they were to be, for example, planted at certain depths, in order to see the impact that seagrass meadows, for example, could have on coastal resilience and impacting wave heights and coastal erosion, which we have found already some very interesting results that they do impact these things. And so it's very important for us to be able to test this out. Цифровой двойник океана будет полезен и в государственном управлении. Можно будет моделировать различные сценарии использования моря и проверять их реалистичность перед принятием решений. How do we sustainably use the ocean? Because we still need to fish. We need to produce electricity from the ocean energy. We need to do shipping. We need to lay the cables. We need to enjoy ourselves as tourists there. It will be cheaper to make the decisions and to make more correct decisions with less mistakes if we try to model it before we go out in real life. Подводные датчики, спутниковые данные, сообщения граждан — все это будет попадать в цифровой двойник океана. We want to make sustainable use of this great resource that we call the ocean. We can only do that if we work together with different countries surrounding the seas, putting all the data that we have together and making it easily accessible. Когда цифровой двойник запустят в рабочем режиме, у ученых, политиков, бизнесменов и обычных граждан появится свободный доступ к огромному количеству данных об океане. Ценный инструмент для эффективного и экологичного использования его ресурсов.